Протестующие в Алматы предприняли попытку штурма здания Акимата. Об этом сообщают наши субкоры, работающие сейчас на месте. Каких-то конкретных требований при этом протестующие по-прежнему не выдвигают. На месте слышны взрывы светошумовых гранат, которыми правоохранительные органы пытаются остановить бесчинствующую толпу. И судя по кадрам, которые в эти минуты распространяются в социальных сетях, в здании Акимата начался пожар. Как сообщает «Спутник Казахстан», перед попыткой штурма протестующие сожгли машины, стоящие неподалеку. Мы продолжим следить за ситуацией. В течение выпуска еще вернемся к этой теме.